Игорь, там иди скажи, чтоб всем и Витя зашел сюда, он нужен. Че там прячется по закоулкам? Ну, так скажем, Павла зашла. Она так хорошо себя вела. А, так, закусили маски, не знаю. Я не поняла, что ты подписала. Я рекомендую. Сказали. Христос воскресил мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живо даровал. Христос воскресил из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живо даровал. Боже, милости буди нам грешным, благослови наше собрание, прибудь с нами, чтобы мы не уклонялись ни влево, ни вправо, но строго следовали по окровавленным Твоим стопам. Научи нас пребывать всегда в истине Твоей. Тебе славу славим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Возьми, Никита. Только направляй, больше ничего не надо. Дорогие братья и сестры, спаси Христос за вашу святую молитву. Мне Сергея надо достать. Сейчас я не сажу. Обязательно, у меня руки трясутся. Брат сказал нам, что мы должны быть все вместе. И один из 10, он уже не один. И это вот в очередной раз я на себя ощутил. Спаси вас за святые ваши молитвы. Настя с дочерью Таисией дома. Никуда ее не стали переводить, в какую больницу. Так что слава Богу за все. Все нормально? Слава Богу. Ну, как все нормально не бывает, чтобы там без всяких забот и переживаний было. Ну, главное, вырастить ребенка, это, знаете... Конечно, это... кушает, Людмила Степановна. Все дети кушают. Слава Богу. Спаси Христос. Вот. И хочу сказать, чтобы помолились. Вот сегодня ночь была такая у меня никакая, что называется. Во дворе у нас там устроили так называемое кафе, или как это, не знаю, но взлет, да, и вот теперь они там, ну, зимой там они внутри, а летом-то, когда тепло, они снаружи, а во двор выходят наши окна. Ну, гудели, я уже в 3-м часу не выдержал, позвонил в полицию. Полиция, значит, приехали, и они тут быстренько как-то угомонились. Я тут только уснул, полиция звонит. Приехали писать заявление. Но вот пока написали заявление, пока вся ночь так в колготе прошла. Не знаю, какие там меры примут или не примут, но отреагировали достаточно быстро, да. И вот. Ну, так что молиться нужно за тех, которые охраняют наш покой. За полицию в том числе. За пожарных, за полицию, руку просунь туда, кто обеспечивает нам покой, когда мы спим. Смотри, самое главное, вот это не нажми. Не знаю, может быть, кто-то будет там недоволен из тех, кто там устроил это кафе, но так и будет. Еще придет этот участковый, с ним придется. Я пойду найду Сергея. Значит, у кого есть слово, пожалуйста? Надо снимать, главное. Я сразу скажу. Да, Татьяна. Оля Соклакова с утра позвонила. Болеет. Я говорю, Оль, да ты когда появишься на службу-то? У тебя вот как не воскресенье, так у тебя нет. Я вот не могу. Вот я заболела. Вот я плохо. Вот. Позвони. Это смс прислала Польгуева Надя. Не теряйте нас с Николаем. Ну, какие-то дела у них. Не заболели, а какие-то дела у них. Ну, а так все те же больные. Ну, Любовь Николаевна вот хворает, ну, она доходит сюда. Татьяна Новикова очень больна, молитесь, пожалуйста, за нее. Сегодня она очень больна. От Бога. Почему вы записываете? Очень больна. Сегодня только говорили. Конечно. Вы поняли, да, Любовь Николаевна тоже хворает сильно, вот она не может зайти сюда даже. Трапезную, мы просили помолиться о ней. Еще у кого есть просьбы, пожелания, слово? Да. А вот тоже болящая хромая, мы ее не видим, а она вот едва подошла. Упала. Так получилось, Андрей вез на работу, а у нас грунтовка. Ну и получилось так, грунтовка переходит в песок. Ну и как-то не среагировал, получилось так, что весь мотоцикл меня. Перелома нет, слава богу, уже в травму бегала. Только сказали, сильно шик. Вот, у меня такая просьба, братья и сестры. У меня Енечка сдает экзамен 31-го и 3-го. 31 мая. 31 мая. И 3 июня. Два экзамена? Да, 31 и 3, значит, молиться нашей сестре Ене, чтобы Господь ее сподобил успешно сдать экзамен. Готовиться лучше. Ну, готовиться, понятно, готовиться. Если не будешь готовиться, то... Если сам себе не поможешь, то никто тебе не поможет. Ну, говори, вставай. С понедельника тоже. Начинает сдавать экзамен. 11 класс. В 11 классе? ЕГЭ сдает. Ты маленько продвинь, на листочек светить, кто говорит. Ну, там же 31-го и 3-го так же. Так же, так же. Еще? Игорь Тихович, исчерпались ваши слова. Мое слово какое тут? Изменения у меня тут в работе. 10 июня заезд в лагерь в пятницу. В те годы я, ну, лет 10-15 назад, меня Николай Пальгуев возил по городу, узнавали, где, ну, кто может дать. Хорошую помощь оказывала администрация железнодорожного района. Они направляли куда? Дает сигнал, а я прихожу, там уже готово. Маслозавод. Они уже, везите две фляги. Две фляги это масло. Им растительное масло. Ну вот как-то мы... Господь так все устрояет. Я просто хочу сказать, как Бог пользуется маленьким камешком и как Голиафа валит. Голиаф это для меня нужда, вот эта бедность. Сижу я как-то у директора ликероводочного завода, вот у кого. А он не только водку-то выпускает, у него там что-то еще есть. И поэтому он спирту мне давал, там 3 литра. Бывает, детей там мазать где-то. В рот ни разу не попало никуда. И разная там тара, что-то. И рядом с ним сидит человек. А они, оказывается, оба голубятники. Вот. Не только голубей ловить, но и на голубях Бог ловит-то. И вот они между собой, вижу, рассуждаются. Ну как у тебя эти там краснодарские-то улетел голубь-то? Я не выдержал и спрашиваю, а какой он из себя? Задело меня. Ну красный такой, коричневый очень. Я говорю, он маленько поменьше обыкновенного голубя, да, а откуда вы знаете? Я говорю, у меня один такой долетел. Он аж стрепенулся весь, а это предприниматель Косоротов. Он у нас был здесь, как раз с профессором Семкиным тогда приходили здесь. Да вы что? Он прям, да я вам за него, если только он мой, я вам дам таких голубей, каких у вас нет. У него разные породистые, он настоящий голубевод. А я-то, какой я? У меня животное, я не гляжу, они там порода с породой там... рыбий жир там дают, там уколы какие-то. Но мне ничего этого нет. Он приехал, это его голубь. Но я его поймал. Он к вечеру, у него, он сейчас, не знаю, где-то тракторным заводом, чуть ли не директор стал, это помогает. Ну, очень хороший человек. И вот он-то приехал. Ну и, правда, к вечеру с сыновьями приехал. Сыновья все высокие такие. И голубей 6 привез. Молодые. Ну, такие пушистые, у меня таких и не было. Он как сказал, так и было. А вы еще были у директора-то, Пальталя, Роберт Робертович, рекероводочный-то. Я ему отвечаю, что я прихожу, выпрашиваю. Вот макаронная фабрика, макарон дали, тару, спичек, лампочки. Ну, ныне нет ничего. О, я вас познакомлю с хорошим человеком. А вам что надо? Я говорю, не шоколадки. Мне мука нужна, крупы, масло растительное, ну, там сахар, что... Из чего может спечь? Я тебе дам адрес-то. И он мне дает адрес. Директор особого общества, такое, Мельник, директор элеватора нашего, Ульянова Елена Александровна. Я скажу, мало таких людей сегодня. Вот это здесь Авраменко рядом идешь, здесь Валер, вот примерно такая. И коснулась, помогал всегда мне главный банкир края, Сбербанк, Песоцкий Владимир Филимонович. И я ему, а у него должники, которые берут и не отдают, а он сразу им так, ты должен, когда рассчитываться будешь, что-нибудь такое скажет, и я к примеру говорю. Вот такой-то человек, вы слышали? А кто там слышал, кто нет. Так, помоги ему. А помоги мне не деньгами помочь, а мне нужно вот то, что я прошу. И он тут, и они вдвоем ей позвонили, видимо. И она меня так приняла, мы с ней побеседовали. А что вам нужно? Я тоже написал, 12 мешков муки по 50 килограмм. Ну, написал все как надо. Ну, думаю, что-нибудь додаст. Сколько-то прошло время, так, а где вы будете? Я говорю, Ползунова 6. Так, а разгружать есть кому? Говорю, нет. Ну хорошо, посылай с грузчиками, посылает на машину все, что сказал. Сахару нет, 4 полных фляги меда вместе с флягами. А фляга не маленькая, а большие фляги по 50-48 литров-то. Вот вообразить даже нельзя. Растительная масса, я написал 90 килограмм, 90 килограмм, 90 литров, не 90, это уже 100 литров масла. Это вообще какие люди есть. Ну, и все с этого времени, вот лет, может, 7-8, я никуда не обращался. Заранее пишу, что надо. Другой бланк благодарности, я иду к ней туда. Ну, а что несу? Трехтомник свой. Для слова Божия нету. Ну, каждый год одно и то же. Я говорю, это вашему, может быть, заместителю кому-нибудь. Она ничего не говорит в ответ. Ну, и этот год я также по ней все приготовил, написал, пошел. Прихожу. Надписи той нету, срубленная надпись, видно, ее просто убрали. Она огромная, там буквами железными была. Одна дверь открыта, зашел, по 3 этажам шаром покати, никого нету. Вот как «Я легенда» фильм смотришь, когда вымерли весь Нью-Йорк там. И здесь так ни души, нигде, никого нету. Вообще нет никого. Я обошел все с той и другой стороны, где кто сидел, сторож, ни одного. Что ж такое-то? Неужели ночью Китай пришел сюда? Я пошел туда по соседним предприятиям, никто ничего не может ответить. А один только дал адрес и говорит, позвоните, вот это могут помочь вам найти. Оказывается, они арендовали это эти помещения, элеватор. И оказалось, надо большую реконструкцию делать, и невыгодно, потому что те, кто давал в аренду, они запросили, видимо, больше, и они отступились. Элеватор закрыт, вообще вообразить нельзя. Это весь Алтайский край, а куда теперь пшеницу? Ну, конечно, не все здесь, и камень на обитом остались, и все это. Но для меня это потрясение настоящее было. И я-то с книгами-то, думаю, хорошо, что Сергея Кубкова я не вызвал. А вот бы, что делал на машине-то? Машина стоит, а я хожу. И вот мне нужда такая. Я сейчас прямо буду называть братьев кому. Как мне видится, кто. Ну, Игорь Третьяков, кто может помочь. Особенно у меня надежда на Виктора Петеримова. Чтобы по интернету сегодня поискали, где есть те, у которых мука, склады. Мне не один мешок-то надо. Ну и там растительная масса, там все такое. Кто тут может еще? Я уже к Вадиму обращался, к Севастьяну. Так, теперь ко всем братьям и сестрам. Я не в храме, можно сестры сказать. Помогите мне, выведите меня на хороших людей. Ну, такое, чтобы одна все брала на себя, такого, конечно, уже не будет. Это уже даже не верится в это. Но какой-то один раз Песоцкий позвонил мне точно так же, все один год восполнили, привезли, все, что нужно было, прям полная машина. И один раз было такое, депутат был здесь, и у нас Макаров, кажется, хорошая дружба, военный, я в летном училище был занятие. Он трубку снял в Рубцовск, они привозят продуктов 4 тонны. Так мы 10 лет, наверное, и овсянки, еще только не было, и гороху. Это вообще вообразить нельзя. Ну, конечно, я должен думать, как зимой питаться. Мы остатками питаемся сами, и даже остается еще, вы знаете, кому. Там детей много, мы всегда давали. Я правильно говорю? Знаете. Вот. Приезжали с Украины, большая беда была тут у них, они брошенные. Ко мне обратились, я несколько мешков сразу туда скинул, и это помощь. Но мне никакой здесь награды нет, это не мое. В данный момент мне необходимо то, о чем я сказал. Печи свои русские есть, мы сделали. Печь. При полной нагрузке мы можем 100 кирпичей дать этих, ну как булки в форме, которые готовят. Вы услышали меня, нет? У тебя муж, если не верующий, все равно обратись к нему. Мне нужно, чтобы вывели меня, что нужен? Адрес, название этой фирмы, которая что есть, и телефон. Ну, если можно, там начальники. На понедельник я договорился с Сергеем Кубковым. Он меня покатит. В те годы Николай Пальгуев возил, он город отлично знает. И... Так, это дальше обслуга. Я глядел сегодня, Игорь, ты можешь сказать, что у Любовь Николаевны это замотано так? Заболела или еще? УРЗ? А? УРЗ, наверное. Так сейчас она была прям голова, как будто бы она... Ну, только что Господь сказал, развяжи ее, пусть идет. Сопли, ну что, УРЗ это... Может быть, четверодневная уже там, как Лазарь. Ну, прям умотанная, я такого и не видал даже. Или просонок... Ну, это же они вирусы не распространяются. Значит, нужны работники, волонтеры. Не отказывайтесь, потому что какие бы ваши тут нужды не были, это дети. Нужен 1 месяц, 10 дней. Так. Ну, мой взор, конечно, в первую очередь, Татьяну Кузьминишну. Она никак, она не может. Так, Галя, 10-го, ты говоришь, 20-го? 20-го. Кто может? Лиза, ты там в деревне еще не занимаешься. Ты можешь в лагере поработать? Ты руками не разводи. Для Господа делаешь-то. Я прошу во имя Христа, не мое это. На кухне работать-то. Что требуется? У нас там 3 человека работают сейчас, уже месяц, больше месяца работает. Володя, Никита и Виталий, там приезжий один есть. Так, кто еще может поехать? Мы с тобой договорились же уже. Ну, у меня пока экзамены, я не знаю. Когда кончаются? 25-го. Поздновато, но еще не сделаешь. Ну, давай 25-го. Ну, кто? Мария, ты рядом живешь. Никак? Никак. Ну, в общем, подумайте. Нужна помощь детскому православному трудовому лагерю. Работать. Так, поднимите руки. Кто 10-го едет со мной? Мне нужно стать сколько мест, какой автобус заказывать? 10-го в пятницу кто едет? 2? Ваня. Дело в том, что я в понедельник, кажется, меня Сергей возил в пятницу в типографии. Я дал объявление. О лагере может быть объявление. Опять же, в воскресенье встречается у памятника Пушкина 3 часа дня. Ну, пока ничего нету. Мы начинаем... Вот с завтрашнего дня начинается работа по лагерю. Раньше еще учится и не знаешь. Ну, вы приняли близко к сердцу? Так, Михаил Петрович, как насчет подвала? Чьи там мешки, 7 мешков картошки? Не знаю. Так, мы не можем найти хозяина. Кто там у нас 7 мешков? Если никого нету, значит, в следующее воскресенье картошку отдаем. Так не может она лежать все время. Так, теперь что нужно помочь, чтобы выскребать надо. Валерий что-то брал, он говорит, благодарит он. Там подготовить к осени все. Я тут ничего не касается. Так, маленькое объявление местное. Когда мы получили вот это место, тогда у меня здесь на квартире жила Никитина Евгения. Женя. И у нас здесь небольшой с ней как бы конфликт был. Дело в том, что у нас, как выходишь, заасфальтированы, и качели идут к туалету-то. А я говорю, давай мы... Ну, я бы мог и не говорить. Просто сдвинуть, больше машинам места дать. Она говорит, огород нужен. Я говорю, огород Потеряевки. И я сдвинул, она очень не хотела, она Ну, она тоже понятно, что добра хотела, чтобы... Оно, так как никого нет, я отодвинул на 1 метр. Поставил железный, такой вот, высоты такой, железный твердый лист. Вчера мы поднимали его, лента. Лежу, ее ленту затоптали, а дальше тыква у меня. И по тыкве ездят. Это новые наши, видать, шофера. Значит, через барьер не перескакивать и тыкву мою не давить. В награду дам тыкву в осень, если вылетит. Я ее тут поливаю, сам садил, и поэтому она мне тыква эта дорогая. Я не знаю, достучался, нет до них. Так, теперь за кого молимся? Вы хоть говорите, что кончили болеть-то. Так вы уедете, ее поливать надо. Так, звонят. Я поднимаю всех на ноги. У нас заболела Юля. Я говорю, какая? Третьякова. У меня молятся за границей даже люди. Мы молимся друг за друга. Вчера, гляжу, она пришла, и Господь пособил, выходит. Она болеет еще. Она болеет, ну, пришла. Так, не домогает. Не домогает. Ну, когда вызовете, обязательно говорите, чтобы начать благодарственный, говорится, молебен считать. Не заразная, но побаливает. Так, на 10 числа принимай вахту. Ты можешь смотреть за голубем? Наливать воды вы когда бываете? И Надя кошку не может свою убрать, она остается. Подкармливайте ее. Черная она остается одна. Теперь она у меня живет. А когда я уезжаю, она ее не берет. Она как дикая. Но у меня с колен не слазит. Вот какие маленькие объявления. Ваша нужна помощь. И утром отъезжать будем в 7:30. Так, сколько у этого шофера мест в машине, который нам помогал? А ты узнай, позвони мне, сообщи, чтобы я знал, надо ли гнать сюда газель нашу. А то мы на одном туда уедем, и все. Нам помогают эти люди. Раньше помогал, Баварин был. Милиция УВД края помогали, автобус давали. Но милиция меня живо отвадила. Так, вы детей везете? Ба, утром приходят сюда, кажется, майор, женщина. Так, дети садятся. Так, а вы почему второе заявление не подали? Какое? Сопроводительная машина, одна спереди, другая сзади. Я так и ахнул. Это... Потеряевку, 2 машины милицейские, там бобики будут ехать-то. Да я кое-как уговорила, что мы аккуратно едем, ну нету. И они-то заботятся как, это надо подумать. Не свои дети и 2 машины. А Евдокимову ни одной не дали, там Валькова-то, генерала-то снял, этот Путин приехал сюда, когда он погиб-то. Сопроводительную машину почему-то отняли, я не знаю почему. Севастьян, попутно, тоже не знаешь. Вот. И мне нужно утром размонтировать технику мою. Витя, ты можешь приехать утром пораньше, хотя сейчас 7, там 6:30. Я не знаю, какие провода куда-то мы как сложить, а не еще написать. Я хочу на еще забирать туда свой аппарат. Может быть, с вечера размонтировать? Че она? Говорю, может быть, с вечера размонтировать ваши аппараты-то, чтобы все уже было к утру готово. Я поняла, что процессоры, там проводами все перепутано. Как? Я уж не сказал, как. Она говорит, не утром, а вечером сделать это. Вечером. Я-то утром еще. Я утром-то еще почту разберу. У меня день пропадает. У меня каждый день события дня. Сегодня большое слово осуждение. И должно ли быть. И заголовок называется «Как правильно обличать». Писание говорит, если не обличаешь, ты погибнешь за того человека, которого не обличил. А у людей понятие такое, сказать еще нельзя. Никого не судите, не судимы будете. Вот эту фразу взяли. Но Библия говорит не так. В полноте Библия говорит, ты обязан говорить. И обязан судить. Если к вам придет кто-то неверующий из мира, говорит, он всеми обличается, всеми судится. Судится. То есть мы все судьи, но не осуждающие судьи, а правильно рассуждающие. Тут надо понятие какое есть. И поэтому мне нужна тоже будет помощь. Я не понял. Ведь еще ответил. Молчание, знак согласия. Позвони ты ко мне там. Утром я рано встаю. Я в 3 часа почти все время. До утра-то разбазарю почту. Потому что новые люди приходят и приезжают. Вот так. Все пока. И вовремя кончилась батарейка. Но тут запасные. О, какие. Так они у нас уже тоже кончились. Запасные-то. Запасные уши. А, ты видишь? Запасные-то тоже кончились. Они же лежат. Если нет, лежат, то тоже разряжаются. Я вставляю, на неделю хватает. Еще у кого есть информация? благодарения, пожелания, просьбы. Батюшка путешествующий, так что молитесь о путешествующем. Ну, тебе надо проникнуть. Куда? Ну, путешествуйте. Да. Можно я скажу? Да. Мы на выходных с ребятишками поедем к бабушке. Я прошу вас помолиться. Мы еще не определились, то ли в пятницу вечером, то ли в субботу утром. Вот, нас не теряйте, на выходных нас не будет. Спаси Христос. Да, я хотела поблагодарить. Мне Андрей помог. Ой, нужда была такая, он мне помог. Так что я не буду искушать, там все говорит подробности. Спаси Христос. Мне всем нравится. Слава Христу. Воздаст Господь, да, по делам. Андрею по делам его. Хорошую невесту ему надо. Лечение, за лечение помолиться. Да, я буду говорить, давай. Ну, а студентов наших помните? Людмила Степановна. О студентах помните, семинаристах, учимся, видите, там... Я-то вообще на экстернате, мне можно бесконечно учиться. Там год, за год нужно 2-3 курса сдавать. У меня такое право есть, я выпросил его с самого начала. Поэтому я заранее сдаю, иду без всяких. Виктор-то сдал уже, а я сейчас иду дальше. Что у меня не будет времени, понимаете? И вот прошу, чтобы помолились, потому что объемы большие, информации, требования высокие. А сейчас Москва контролирует все. Приезжает внезапная проверка из Москвы в семинарию. И все подробно. Любого студента берут, любого преподавателя. Оценки он выставил, приезжает комиссия сразу на ковер и перепроверяют, ну то есть соответствие реального, ну то есть... А это правомочно? Нет, это законно, это прям так утверждено, что комиссия приезжает и перепроверяет. И смотрим. Это повышение качества обучения, потому что на местах могут там где-то оценочку подправить, там, ладно, хороший студент, это, любимчик, а здесь не так. Здесь приезжает преподаватель и начинает проверять по новой. И поэтому все в таком определенном напряжении, поэтому никаких поблажек никому нет. Бог дал сдать там работу, вроде бы неплохо. И вот поэтому прошу помощи молитвенной. Игорь Тихонович. Я хотел сказать, Людмила Степановна, вы еще сказали Сергею Кубкову сегодня? Да там нужда есть священника привести к умирающему. Я говорю, сможешь, он пообещал. Ну, он сказал так, что вы кого-то знаете, он умирает, и сейчас нужно быстрее такого-то священника привести. Я говорю, что в данный момент вы минуты выигрываете. И он настоящий священник Сергей Кубков. Прямо забеспокоился. Я говорю, ну ты побудь до конца собрания, потом поедешь. Да, заботиться надо о том, услышал ли о Христе, примирился ли. Ну, вот взяли за практику. Если не причастился в самый последний момент, священника могут запретить. А человек в рай не попадет. Откуда это учение? Вот вообще такого учения нигде не было. Верующие в Сына Божия, не написано, что причащающийся в день смерти. И потом... Ну, не переделать ничего. Прямо сколько ни пытался говорить, он умирает. Да, жизнь, смерть в руке Божьей. Конечно. Мы считаем в житиях святых. Вот копают могилу. Марк Пещерник. Наши, киевские горы. Но могилу-то копать под землей, не здесь. Это ведрами надо выносить на улицу. Там идти по коридорам. А коридор-то там несколько сот метров. Все это в пыли. Он только начал копать и говорят, умер. О, уже все. Он тогда говорит, а что делать? Ну что делать? Надо быстрее было копать. Тогда я и так стараюсь. Но делать нечего. Он пошел к нему. Ты совсем умер? Да нет, маленько. Так, брат, я прошу тебя, ты пока потерпи, я пойду могилу копать. Он копает день, копает второй. Приходит, он глазами моргает, не разговаривает, а лежит. Он пришел, говорит, ну все, брат, выкопал. Все, нету. И он помер. Вот как. Надейтесь на Бога. А здесь, я говорю, сейчас собрание кончится и поедем. Нет, ни под каким, там умирает. Знать его не знать. Вот ты как зарядила его. Как я зарядила? 10 часов мы подоговорились. А почему раньше поехал? Ну и что, смерть стоит в 9. Да смерть-то отодвигает Бог. Нет, это не верю в Бога. Можно было не ехать за ним. Священников на этом и ловят. В революции было. Любой постучится, там бабка умирает. Он заперся на 10 засовов, открывает. Ему сразу же, говорится, петлю на шею и на кладбище. Потому что священник не проповедует, никто не спрашивает. Вообще, пьяный лежит, будет служить. Но если перед смертью на вызов и умер кто-то, и он не причастил, снимут сразу сам. Но откуда это учение-то? Вот все уложили в причастие, а причастие жизнь дает. У него жизни не было, он мертвый, она ему причастие сегодня жизни не даст. Жизнь. Я знаю люди, которые ходят, молятся, все, но если они не причащаются долго, они угасают. Жизни, ревности духовной нет. Это абсолютно везде, все жития святых переполнено. Вот случилась такая беда, он приходит, мужик, домой-то, ничего себе, на кухне лошадь стоит и ржет. Лошадь, а как она попала? А я говорю, да не лошадь, это ваша жена. Говорит, с ней что-то случилось, в лошадь превратилась. Вот эта кобыла заехала. Он не знает, что с ней делать-то. Ну и подцепил и к Антонию повез. А тот говорит, эх вы, да никакая это не кобыла, это жена твоя, она долго не причащалась. Тут может быть действительно, как Златоуст говорит, стадо жеребцов, говорит, и принеси не разговор, а куча навоза. Вот сравнения какие-то не грубые, но они соответствуют действительности. Так что долго не причащается. А сколько долго не причащается? Это уже человек решает. Ну, принято в православной церкви было всегда со дней князя Владимира, а приняли от Греции 4 раза в год. 4. У нас принято в течение года, если не причащался, стоит с соглашенными и разговаривает с батюшкой. Чтобы определенно было ясно для батюшки, что это эпитимия или согрешил тайно. Обычно почему люди не исповедуются? Впал в грех. Какой блуд? Один грех. Если своровал, он давно пришел бы. Если не идет на исповедь, это блуд. Ну, практика показывает, чего человек ставится. Тайны мои и на исповеди. Тайна только из-за блуда, а не из-за чего другого. Остальное это что? Вы Иоанна Кронштадтского, он отменил эту исповедь-то. И теперь вслух говорите, там пришел один и кто? Луначарский. Министр просвещения правительства Ленина. Рядом стоит купец и орет на весь храм: «Господи, прости меня! Я дочь свою изнасиловал!» Я, говорит, стою, с другой еще хлеще кричит, говорит, что такое? Я в ужас, говорит, пришел, но это исповедь настоящая. Я это уже узнал из записок Луначарского. Вот какое дело-то обстоит. И поэтому на все надо смотреть во свете Библии, что непременно жизнь жил и не причащался, а теперь скорее рот раздень, зафиксируй рот и протолкни ему в рот дальше. И он спасется, в рай пойдет. Ну а обман же это. Ни одной минуты, ни дня Христа не исповедовал даже как разбойник. А говорили, священника вызываем, а чего вы меня раньше времени хороните? Ну, я свидетель это. Священник, если пришел исповедовать перед смертью, это все, вестник смерти, не жизни. Пришел его уже спихнуть в могилу. Надо людям подсказывать маленько-то. Главное это во Христе. Кровь на Голгофе, а не в чаше, главное это. Богу слава. Аллилуйя. Еще? Все? Истощились? Так, ну, брат, занятия пройдем? Сегодня нет. Простите, ради Христа. Сергей уехал. Я не получил занятий, не хотят, что ли? Нет, сейчас. Некому. Как некому? Игорь Тихонович. Так оставайся, веди занятия. Работа, работа, и надо было готовиться. Это же не так просто. Вот пришел и провести занятия. А что готовиться? Читаю толкование. Читай все. Это же не вот, давай. Ничего себе, занятия должны быть. Сами прочитаем. Воскресный день, главное. Это вообще народ засох. Сами прочитаем, Игнат Тихонович прокомментирует. Это Севастьян. Валера, ты куда? Севастьян, останься, проведи занятия. Никуда не ехать. Проведешь? А ты там читать и все. У меня Юля болеет, мне их надо домой доставить. Так ты успеешь? Ну доставь и приедешь. Домой доставить. Что, больная жена тебя от Бога отвлекла? Наоборот, она тебя привлекает больше. Ну неправильно это. Игорь, давай я их отвезу. Занятие должно быть, и на этом все. Мы со Христом потеряем встречу. Нельзя так думать. Пока трапеза, Галя отвезет. Я приеду. Молимся. Вопиющий горы дальний, чистая дева, радуйся. И по берегу радуйся, твой сын воскресит три дня на гроба. И мертвые воздвигнул, и люди веселитеся. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Господня на тебе воссия. Лихуй ныне веселися, Сионе, ты же чистая красуйся, Богородица, о восстании Рождества. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия: Авва, Отче! Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сейчас, подожди. А, ну ты тогда Галю не надо гонять. Она... Так, подожди, так ты начал, у тебя съемки-то нет. Почему? Идет. А, идет. А, ну ладно. Спасибо, Христос. Вы говорите, а? Вы говорите 10-го, будете утром. Значит, мне с 11-го надо. Они же в 0 выключают. Ну, я всегда каждый год с 10-го, и утром я еще работаю. Ну все, с 11-го. Все. 10-го, чтобы утром было. Я все время беру для просвор от Мельника муку. В этот раз вот я пошла ее купить, и они говорят, они переехали в Рубцовку. Ну вот мне надо и найти. Так, вот это забыл сказать, чтобы расклеили. Ну возьмите их, тогда раздай. Все на этом.